Московского государственного технического университета имени Дмитрия Федоровича Устинова от 29 января 2019 года, номер 29СК, о выпуске специалистов из учебно-военного центра. На основании решения Государственной экзаменационной комиссии по специальностям проектирования, производства и эксплуатации ракет и ракетно-космических комплексов, стрелково-пушечное артиллерийское ракетное оружие от 22, 23, 24 января 2019 года присвоить квалификацию инженер по вышеназванным специальностям и выдать диплом специалитета. Приказ министра обороны Российской Федерации от 1 марта 2019 года номер 137 по личному составу. Ниже поименованных граждан, окончивших в феврале 2019 года Балтийский государственный технический университет ВМЕР имени Дмитрия Федоровича Устинова, прошедших обучение по программе военной подготовки в учебном военном центре и изъявивших желание поступить на военную службу по контракту, полагаю заключившими первый контракт о прохождении военной службы и в соответствии с федеральным законом о воинской обязанности военной службе присвоить первое воинское звание офицера лейтенант Хакимов Андрей Айратович.